Президентский мост ожидают положительные перемены. Скоро к нему подведут новые подъездные пути. В Ульяновске планируется строительство магистрали с четырьмя полосами движения. На участке также расположится четыре путепровода. Также появится и кольцевая развязка на пересечении улиц Оренбургской и Врача Михайлова. Проект существует несколько лет. Как известно, с течением времени меняются правила и некоторые нормативы. Ну, корректировка связана в связи с переходом таможенного регламента, эти технические требования таможенного регламента по дорогам. Также изменились нормативы по экологии, ну и там некоторые вещи нормативные, которые, значит, проектировщики знают. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Ульяновской области в этом году выделяется 500 000 000 рублей для начала работ. Сегодня губернатор Ульяновской области ознакомился с проектом ремонтных работ. Прежде чем приступить к строительству путей, все манипуляции с грунтом и покрытием пройдут экспертизу. Полагается 28-го сдать в экспертизу все полностью уже проект. 22 раздела мы уже... 28 августа. Да, 28 августа. 22 раздела уже сдали, один из разделов не требует изменений, потому что он соответствует. Ульяновские дорожники обещают приступить к работам в 2020 году. К 2022 дороги и путепроводы должны быть построены и введены в эксплуатацию. Виктория Чиркова, новости Управды ТВ.